Ребята, всем привет! У меня накопилась пара пакетиков пустышечек, и я хочу их для вас отснять, потому что складывать новые пустышки уже некуда. Не знаю, за какой-то период времени, кому это интересно, люди очень часто это спрашивают. Смотрите последнее видео по пустым баночкам, вычисляйте, сколько прошло там месяцев и недель, и вы будете знать, за какой период времени семья из 7 человек это все расходует. Ну что ж, во-первых, да, прокладки закончились, гигиенические прокладки с анионовым чипом, дневные, с ароматом зеленого чая. Он очень такой легкий, невесомый. Прокладки дышат, они очень хорошо впитывают. Ни с одними магазинскими, даже самыми дорогими их не сравнить, это факт. Далее, фитоконцентрат идет для похудения. Плюс тут хороший состав, витаминизированный и так далее. Но он очень классный, артикул 157.15. Так как он у меня сейчас в каждых пустышках, и пьем мы его, Антон, я, Катя, свекровь, то его уходит много. Далее, Культа. Мы пьем до занятий спортом и после занятий спортом. Одна клубничная, другая шоколадная. Значит, шоколадная Скульпта 157.14. Это источник очень хорошего белка. И артикул 157.13 идет Strawberry, да, клубничка. Значит, это специализированный продукт для питания спортсменов. Faberlic Скульпта получается как сывороточный протеин. Очень хорошая штука, реально вкусная, даже на воде. Мне нравится, и это здорово. Это здорово, это классно. Поэтому мы пьем до спорта и после спорта. Дальше. В прошлый раз много говорила об омеге. В этот раз, как вы видите, много пустышек. Так, артикул 157.22. Вот, значит, у нас закончилась омега. Но мы ее тоже толпой всей пьем. По 2-2 раза в день. Поэтому это нормальное количество, то, что оно заканчивается. Дальше. Секреты Востока. Это мощный иммуномодулятор. Артикул 157.9. Пара баночек кончилась. Ее нельзя деткам. Даже если это иммуномодулятор. Ее ни в коем случае нельзя деткам, можно только взрослым. Дальше, Энзи Повар. Ну, тут, знаете, в составе, состав как у Мизима, только еще витаминизированный вдобавок, да, тут есть панкреатин и так далее. То есть это для пищеварения очень полезная штучка, мы его время от времени пропиваем. Артикул 153.39. О чем нужно подробнее, говорите мне, мне несложно скинуть вам ссылочку на любой продукт. Я могу скинуть и на Скульпту, и на Секреты Востока, и на Коралловый Кальций, на все могу скинуть, поэтому пишите, не молчите. Если что-то интересное, не ленитесь, проходите под видео и задавайте вопросы. Дальше, значит, коралловый кальций. Это минеральная композиция для кондиционирования воды, то есть улучшаем качество воды, улучшаем качество всей жизни нашей. Мы то, что мы пьем и едим. Артикул 153.92. Далее, стевия. Стевию у меня никто особо не любит, только пью я и мама. Три баночки закончилось. Это натуральный сахарозаменитель, который полезный. Артикул 156.77. Далее, много закончился таких вот батончиков, но мы решили вот эту кучу, как обычно, не складывать, да, в общем-то больше всего закончилось шоколадных. Так, они идут с коллагеном, в общем, едите и молодейте, как говорится, да, белок, коллаген, больше одного батончика в день кушать не рекомендуется, артикул 156.45. Дальше, значит, шоколадка молочная с кокосом и нонни. Ну, я не знаю, я иногда выкладываю на стол, и как-то раз, и за день она исчезает, да, то есть кто поел, сколько, чего, кому, как, понравилось, не понравилось, уже сложно. Я люблю этот шоколад, значит, 70 грамм, он идет на меду, полностью без сахара, артикул 160.57. Далее, шоколад темный с малиной и миндалем, 16.022, тоже без сахара, без меда, там идет другой сахар зам. Дальше, такие вот конфетки, тоже закончились, выставляла гостям на стол. Вот такая вот у них полная версия, они очень классные, не очень вкусные, и тоже идут без сахара, с полезными суперфудами, поэтому едим с удовольствием. Далее, значит, у нас с вами идут шоколадные зверюшки, это кушает Викуська, значит, выглядят они, вот она у меня сегодня, кстати, упаковочку открывала, и я вам могу показать, да, то есть таким вот образом выглядят. Такие вот зверюшечки очень классные. Чем они отличаются от обычного шоколада? Он тоже идет без сахара и красиво, классно оформлен. Мне кажется, что это лимитированный выпуск, но я надеюсь, что потом для деток создадут еще что-то более такое классное. Я их дарила на Новый год, на другие праздники, на Рождество. То есть я их дарила, и людям было очень приятно, и люди вообще были в восторге. Да, то есть зверюшки у нас идут, получается, 16.071. Тут мы Вике прокалывали укол 20.
20 укольчиков, колю я Викочку сама, а чтобы ее не травмировать, да, пришлось даже самой научиться делать уколы, потому что пока мы к ней начинаем подходить к зданию больницы, она уже воет. И я решила, что все, что не в вену, в попу можно колоть, я буду колоть сама, и тогда она будет меньше больницы бояться, да, а больницу, как вы понимаете, мы с нашим диагнозом очень часто ходим, и за каждый укол мы ей даем шоколадку, то есть она зарабатывает шоколадку 2-3, потом она всех угощает вот таким вот чудом. Дальше. Вот это вроде бы как еще зима, да, но на 14 февраля это было очень здорово подарить. Ну и, конечно, Викуся тут очень много их скушала. Значит, артикул 16073, но я уже рассказывала, что весь шоколад не она одна ест, она угощает кого-то. Почему угощает? Потому что, ну, много ей будет целую коробку, она остановиться не может. Конечно, хотелось бы какую-то мини-версию на 6 штучек, чисто для ребенка, чисто какая-то маленькая порция. Этого очень не хватает пока в компании Фаберлик. Вот, и, значит, артикул 16073 я дарила и на 14 февраля, потому что тут и снеговички, и сердечки. Она не только новогодняя, как новогодняя подходила, но и на февраль тоже подходила, потому что февраль это зима, и как раз очень даже здорово и классно получалось. Так, далее, ребят, влажные салфетки для интимной гигиены, безумно приятный аромат, очень мне нравится, 15 штучек, 2607 артикул. Влажные универсальные салфетки с антибактериальным эффектом, 30 штучек, мы ими прибираемся. Вот я, например, не сяду за стол работать, пока не протру этими салфеточками, да, все вот, прям хочется протереть, прежде чем работаешь, потому что за ночь компьютер, шторы, зима, батареи, все это пыль. Итак, ребят, суп посредиземноморский, это новая новинка, ее попробовали все члены семьи, мама не стала есть, говорит, мне невкусно, папа попробовал, говорит, нормально, но, говорит, я хочу обычный суп, да, то есть я попробовала, для меня он оказался хоть и вкусный, но островатый, честно сказать, потому что, когда скушала я одну ложку на обзор, это одно, а когда вот я съела и скушала тарелку, я почувствовала тепло в желудке, я почувствовала, что тяжеловат этот суп, и много его не скушаешь, потому что слишком много приправ. На вкус этот средиземноморский суп напоминает харчо. Харчо из садика. Вот раньше нам в садике давали харчо, только он без картошки идет. Да, очень похож. Артикул 16110. Любители кучи приправ будут рады. Я же прошу уже не первый день, не первый раз у компании Фаберлик, чтобы приправы были в отдельном пакетике. То есть дайте нам вот это, допустим, там, не знаю, что они там кладут, лук, морковку, маслины, все, что не острое, кладите. А вот сами вот эти вот приправы, да, там паприка, еще что-то, кладите в отдельный пакетик, тогда покупок будет в 100 раз больше, потому что не всем можно такое большое количество приправ. Далее, крем-суп с чечевицей. Да, вот этот я кушаю с удовольствием. Единственный суп с чечевицей, который я могу, бобовый вообще, да, вот, который я могу кушать, и мне хорошо с него. Артикул 16102. Он действительно классный, но мы его все равно немножечко промываем, чтобы сбить острость и вот этот яркий, насыщенный вкус. Мне нравится более безвкусная еда. Да, мне, например, вкуснее просто огурец покушать, нежели покрошить туда лук, заправить майонезом, там еще что-то. Я люблю просто похрустеть огурцом. Я люблю просто скушать, там, похрустеть морковкой, например, да, там, нежели я съем морковку по-корейски, да, к примеру. Вот у меня просто очень простой вкус, ребята. Я не люблю никаких таких вот суперкрутых изысков. И нас так приучила мама с детства, что мы кушаем практически бессолую еду. Тут, кстати, солить можно по вкусу, соли вообще нету. Практически без сола мы кушаем. И вот вообще нам нравится кушать так, чтобы это было более натурально, более вкусно. И смотрите, значит, полезные продукты, крем-суп бобовый с копченой паприкой. Конечно же, он не зашел. Он в меру острый, но он идет с перцем. Мне с перца плохо, к сожалению, у меня на перец сильная аллергия. Поэтому Антон кушает, а я уже его не могу кушать. Артикул 16103. Дальше. Очень вкусный чай, ребят. Прямо очень вкусный. Фисташковый с ромашкой. Такой сладковатый у него привкус. Я полностью чай пью без сахара, без стевии, без всего. И для меня очень важен сам вкус чая. И очень важно вообще. Я кофеман. Я очень чаеман,
если так можно назвать. Честно сказать, прям вот этот чай запал мне и в душу, и в сердце, и свекрови, и старшей дочери, и мне. Артикул 16053. Он очень-очень самый вкусный. Единственное, что, ну, сделайте 100 пакетов. Ну, чего тут всего 20, да? То есть хочется побольше пакетов, хочется побольше упаковок. Мне кажется, это не так сложно, и все равно это будет экономнее, да? Или коробка на 20 пакетиков, да, вот эта упаковка, или на 100 пакетиков рассчитана, все равно будет экономнее. Вот этот чай, честно скажу, мне абсолютно не понравился. Это не мое. Я такой не люблю. Апельсиновые тропики с каркаде и эхиноцеей. Артикул 16014. Но его очень хорошо пьет папа. Он понравился папе, и я его заказываю именно для папы, который свекр. Далее, гель для интимной гигиены. Все-таки самый лучший, на мой взгляд, в компании Faberlic на данный момент. Какими бы я ни пользовалась, да, вроде бы лучше есть, но они неудобные. Вот этот самый удобный. Нажал. Сколько нужно вышло. Он густой, он долгоиграющий, он мне очень нравится. И вкус, и цвет, и консистенция, и запах, и все, в общем-то, я к нему уже привыкла и не хочу ничем другим пользоваться. Он меня устраивает по всем параметрам. С ним даже классно, если где-то что-то там ножки подбрить, например, да. Он вообще великолепный. И он идет с афродизиаками, а сами знаете, афродизиаки – это очень даже классно для семейной жизни. Новинка. Сияющая эмульсия для всего тела. Она идет как спрей. О, как хорошо еще осталось, да? То есть такая, как спрей, блестит. Так, сейчас будем увеличивать, да, чтобы вы видели. Да, то есть если вот эта рука обычная, то это вот такая вот стала блестящая. Но я его израсходовала не ради блесток, ребят, а ради того, что он, видите, это такой... такая плоская рука, это такая рельефная стала. Он классно выделяет ключицу, все здорово и великолепно. Но я его использовала, потому что мне безумно понравился аромат, безумно понравилось действие этого аромата, вообще действие этого крема, да, и безумно понравилась консистенция. В общем-то, я прямо не могу, я кайфую с этого аромата. Уж чересчур он хорош. Я такой люблю, я хочу такой парфюм, например, чтобы он был в компании Faberlic, парфюм Океанум. Не знаю, я буду штука за штукой, пока мне не надоест. Далее, парфюмерная водичка Элисар от Faberlic, артикул 3093, очередная водичка закончилась, прям штука за штукой расходую, прям очень нравится, это, наверное, единственный такой вот аромат, который мне прямо запал в душу, сердце, и я все хочу им пользоваться. Я его беру по VIP-новинке, по VIP-акции за 1140 рублей, то есть он мне обходится не 2000 там с чем-то, да, а именно 1140, потому что я VIP. Я VIP, золотой VIP уже. Ой, как мне нравится золотой VIP. Да, и благодаря этому уровню я беру одну скидку по Like Faberlic, но она доступна пока что всем. По-моему, она идет до 4 каталога, потом заканчивается. И две скидки по VIP 1 и VIP 18. Да, то есть и вот эти три скидки, когда я их набираю, я выбираю или протеиновые коктейли, вот эти вот, да, Скульпту за 900 рублей, или вот такую водичку за 1140 рублей. Мне очень нравится, прям безумно. Так, очищающая маска для лица. Я не знаю, есть ли такая на сайте. Сейчас маски очищающие есть лучше. Я ее нашла, помните, да, я вам говорила, что я нашла целую коробку с продукцией, про которую забыла, которая стояла внизу в шкафу, и мы этот шкаф начали сносить, ставить новый, и нашли целую коробку продукции, у которой скоро уже выходит срок, и мы сейчас усиленно расходуем вот эти все тюбики, баночки, и вот этого нет, но есть очищающие маски, сейчас еще лучше. Значит, это 0,275, вот, поэтому долго не буду про нее говорить. Далее, гель для бритья и умывания. Понравился мужу, понравился Антону, и понравился и моему папе, и свекру. Знаете, им можно и умываться, и можно и бриться. Он идет прозрачный, то есть вы видите, куда вы наносите бритву, срежете родинку, не срежете родинку, то есть это очень важно, да, вот у кого ровное лицо, у нас вышла очень хорошая пена от Barber Lab для бритья, а у кого лицо неровное, и под пеной не видно, что вы срезаете, это, в принципе, я думаю, опасно, поэтому такой прозрачный гель тогда человеку, у которого там родинки, еще что-то на лице, да, есть. Вот, артикул 2541, очень приятный аромат, такой классический мужской ароматик, мне понравился. Ну, как бы, не то, чтобы я им пользовалась, нет, а мне понравился именно запах. Вот муж выходит, побрился, и я уже, не глядя на него, чувствую, что, ага, муж у меня сегодня побрился, от него вот приятно вот этой штукой пахнет, да, то есть в таком плане. Дальше, значит, тоник. Им пользуюсь я и свекровь, так что даже не знаю, чья это пустышка, артикул 0779. Его нужно наносить перед каждым нанесением крема, то есть если вы его не нанесете, то действие крема будет немножечко похуже, нежели вы ожидали.
Далее вереница, как обычно, ухода, вереница масочек, всего. Так, это мы с Катюшкой пополам. Что-то мне понравилось, вот это вот репейник и крапива масочка. Волосики такие легкие, блестящие, приятные, слегка пушатся, но на концы я наношу что-нибудь другое и все, да, то есть какую-нибудь сыворотку несмываемую. Или, допустим, вот наш новый Атерису желтенький, да, то есть я его сейчас пробую. В общем, масочка хороша. Артикул 1261, 150 мл. Также это тонизирующий скраб актив для тела. В общем, когда я занимаюсь спортом, я надеваю шорты сауну и пояс сауну. И, конечно, получается, когда я все это себя снимаю, я сырущая. И понятно, что там и кожа, и все, оно, ну, такое уже начинает, можно сказать, какое-то, может, отслоение идет или отпаривание кожи, да, как в бане. И я скрабирую себя, чтобы было все намного ровнее, намного лучше. И тем более он идет как тонизирующий скраб актив для тела. Он идет антицеллюлитный. И как раз таки, мне кажется, это очень полезно. Тем более я спортом начала заниматься не ради похудения, а ради того, что у меня началось давление, еще что-то. Да? То есть, ну, вот такие вот возрастные изменения, да, для стареющих кофеманов. Если так можно выразиться. И вот тут как раз тот эффект, когда кожа гладкая, ровная, и когда вы вообще скрабируете любым скрабом, не обязательно этим, кожу, то у вас идет быстрее обновление, и когда животик начинает обвисать, вот у меня был большой животик, он начал все равно обвисать, он все равно становится меньше, когда я занимаюсь спортом, и получается, что сальцо немножечко вниз идет, кожа немножечко, вот я чувствую, что она стала более мягкая, более дряблая, потому что ей уже не надо так натягиваться от таких объемов, которые были. То есть у меня минус 10 сантиметров попа, минус 4 сантиметра талия пошла и практически 12 сантиметров грудь ушла. Да, руки вот я, к сожалению, не померила. Вот. Но все основные параметры я померила, и вот это ушло буквально за 3 месяца. И понятно, что началось какое-то вот где-то обвисание, что-то некрасивое, объемы сдуваются из-за спорта, потому что мы занимаемся 3 раза в неделю, плюс 2 массажа в неделю. То есть все равно на теле это откликается. И вот как раз скрабом промазалась, потом кремом скрабом прошлась, потом кремом от растяжек, и получается крутой эффект. Причем этим скрабом нужно каждую зону массировать по сколько-то долго минут, 7 минут. То есть пока вы массажируетесь после спорта, уставшие, вы еще сколько калорий потеряете, да? Представляете, 5-7 минут гладить свой живот, гладить. Вот, в общем, вот так вот. А далее, я считаю, что это очень хорошо, в общем, для подтяжки кожи, вот этот скраб. Артикул, забыла вам сказать, мои дорогие, 1237. Дальше, маска питательная для всех типов волос, ценные масла. Моя любимица, артикул 8212. Вообще, она слегка утяжеляет, конечно же, волосики, но я рекомендую ее всем пережженным блондиночкам, как я. Нет, не подумайте, я хожу в салон, я очень хорошо крашусь, там никакого гидроперида, ничего, но все-таки восстановление волос — это важно. Все-таки любая краска — это краска. Вот, далее масочки для волос. Я не знаю, то ли свекровь, то ли Катя, то ли я этим воспользовалась, но вот опять 4 пустые маски, как вы видите. Значит, ягоды Асаи 2482 и авокадо. Авокадо 2481. Обалденные ароматы, обалденно лежит, не скользит, волосики напитывает, ее можно держать сколько угодно. Вот, например, вот эту маску последнюю я легла в ванну, и пока я лежала в ванной, мне сказали, что я перезанималась, и полежать в горячей ванной, чтобы мышцы потом не болели. Я вот легла в эту горячую ванну и минут 20 пролежала, и маска у меня столько же минут на голове была, и волосы еще лучше. То есть вот у меня такое ощущение, что вот это суперфуд, чем дольше вы держите, тем лучше эффект на голове. Вот прям такое ощущение создалось. Это гель-трансформер для лица. Очень часто им увлажняюсь. Он у меня стоит в ванной, потому что я пока из душа выйду в ванной, пока ребенка поцелую, пока то, пока все. Бывает, что на ночь после душа я наношу крем уже в 11-12, а то и в час ночи. Я всегда поздно ложусь и поздно встаю. Вот, у меня немножко сдвинулся график. Я знаю, что это вредно. Я уже про это про все прочитала. Гормон молодости вырабатывается с 10 до часу. Ой, с 10 до 12 я все это знаю, можете мне ничего не писать. У меня очень хороший медик в подругах. Вот. Но вот эту сыворотку, она у меня стоит в ванной, и я только вот переступаю ванну и сразу же ее наношу на лицо, чтобы вот пока я хожу, пока пью, пока коктейль белковый,
родниковый принимаю, вот это все, да, то есть, чтобы у меня кожа не сохла, ничего. Обалденно увлажняет, очень приятный аромат. Надеюсь, там что-нибудь хотя бы осталось. Во-во-во, ребят, хорошо, когда есть, да, видите, побежала. Да, то есть, и вот это вот увлажнение, это просто невероятно классно, это приятно. Аромат точно-точно такой же, как у, допустим, у меня вот есть очень хорошо напоминает аромат именно гель-скатки для лица. Артикул 0851, вот один в один такой же аромат. Приятный, легкий, сладкий, классный. Вот эту, кстати, скаточку я тоже люблю, но там еще на 2-3 раза осталось, поэтому я ее в эти пустышки не забрала. Далее, у мамы закончился крем для век. У нее почему-то намного быстрее кремы для век заканчиваются, чем у меня. Артикул 12.47. Нам этот крем понравился. Единственное, что хочется разрезать и вот отсюда чуть-чуть забрать. То есть тут, может быть, еще на одно применение остается. Хотя, как вы видите, если его все время работать им и вот так вот стряхивать, как градусник, да, то есть он практически весь целиком тратится, да, то есть вот видите, тут что-то еще чуть-чуть вот есть от кремчика осталось, он такой беленький, хорошо впитывается, макияж на нем хорошо лежит, только с утра им не переборщите, много не нанесите. Классная штучка, прям рекомендую, попробуйте, 12.47. Дальше, активная сыворотка для лица с коллагеном, тестирую ее уже больше месяца, хочу сказать, что на лице есть изменения, мне опять перестали давать мой возраст, людям кажется, что я молодею, но я еще начала заниматься спортом. Как раз я ее 3 месяца тестирую, 3 месяца я занимаюсь спортом, и как раз таки получается так, что, может быть, все-таки одно с другим совпадает, но так как лицо стало у меня немножечко поуже, подбородочек убавляется, дряблости прибавляется, я прям активно занялась, еще возьму какую-нибудь коррекцию морщин, потом еще, в общем, я пока, я поняла, что, занявшись своим здоровьем, я начала худеть, даже не сижу на правильном питании, но уже худею, и тут надо понимать то, что все равно процессы идут, а со временем, да, особенно после 35, кожа ни тела, ни лица так хорошо не подтягивается, как хотелось бы. И вот эта сыворотка как раз мне пришлась прям на ура. У меня не то чтобы сохранились увядшие контуры, и как будто бы я не постарела, да, от похудения, а еще и такое ощущение, что подтянулась. Я прям вам ее рекомендую. Это активный уход именно для зрелой кожи. Защищает кожу от негативных факторов, укрепляет, подтягивает кожу, задерживает процесс ее старения, восстанавливает, поддерживает упругость, эластичность кожи, разглаживает морщины и способствует восстановлению собственного коллагена кожи, обеспечивая выраженный омолаживающий эффект. Ребят, ну прям да, все про нее. 30 мл. Она идет, да, то есть, ну она не такая пузырчатая, как у меня сейчас, просто это остаточки. И вот самое классное, что вот из сыворотки есть, а ее можно использовать как самостоятельно и как под крем. Конечно же, под крем лучше. Я ее использую именно под крем этой же линейки Age Power, и вы знаете, она впитывается, да, вот эта сыворотка впитывается и вообще не оставляет никакого следа. Как будто такое ощущение, что просто кожа напитывается, но нету ни жира, ни блеска, ни скатывания, вообще ничего. То есть вот идеально. И вот мне понравилось на ночь пользоваться этой серией, потому что, ну, не остается она на подушке вообще. Вот это очень удобно. Запах. Кстати, запаха нет. Вот это, наверное, активную сыворотку для лица с коллагеном я предложу маме, потому что нет запаха родной маме, не свекрови, которая моей, потому что она хочет какой-то крем, и вот как раз, я думаю, этот крем без запаха ей подойдет. Далее, смотрите, что мы нашли. Гель-скраб-маску, артикул 0882, она еще есть, но сейчас есть намного лучшая версия, новая, вот эту я вам рекомендую. Хотя раньше я рекомендовала эту, и по объему она 100 мл, это, чем это старая версия, это N4W, новая версия, это 75 мл, да, то есть, ну, немножечко объема урезали, да, но вот эта, она течет, но я об этом говорила очень часто, она течет, она не очень комфортна по запаху и по текстуре, да, получается, а вот тут все идеально. Да, то есть она не течет, она не раздражает. В общем, все здорово. Артикул 0882. Вот, у этой маски, хотя тоже неплохое действие, тут содержится масло мануки, которое в 33 раза сильнее масла чайного дерева. Да? А вот эта маска, она бережно отшелушивает, выравнивает кожу, глубоко очищает поры,
который контролирует избыточное выделение сибума, дарит ощущение комфорта. Мне она безумно понравилась. Артикул 0467. Ну, это Катина в основном маска, но я ей пользуюсь только тогда, когда перед критическими днями кожа меняет свои качества и могут выйти какие-то прыщики или еще что-то. Она мне очень хорошо помогает. То есть я ее могу через день, пару раз за месяц сделать и потом забыть про нее. Да? То есть как бы предотвращение — это тоже классно, да, когда ты уже чувствуешь, что пора бы это сделать, чтобы не было потом проблем красных на лице. Да? Далее, очень крутая маска, ребят, попробуйте ее обязательно. Эта маска идет как Гардерика 40+, глиняная, очень приятный у нее такой легкий аромат, еле уловимый. Она нежно удаляет поверхностное загрязнение, сужает поры, осветляет, гармонизирует тусклый цвет лица, разглаживает кожу, снимает следы усталости, обеспечивает эффект сияния кожи, успокаивает чувствительную кожу. При использовании 2 раза в неделю повышает упругость кожи, сокращает признаки старения кожи и придает здоровый и сияющий вид. Вот. Она идет как маска-кокон, имеющая атласную текстуру крема, но она такая, знаете, глиняная. Благодаря комплексу уникальных ингредиентов и омолаживающих компонентов она активизирует процесс регенерации, осветляет и придает коже тонус, усиливает микроциркуляцию. В результате кожа мгновенно выглядит более свежей и молодой. Ребят, просто вот умываетесь, и вам хочется ходить и все время гладить и трогать свое лицо. Вот до какой степени прям видимый результат от нее. Вот у меня лично вообще просто в шоке. Да? Далее, значит, комплекс идет тут витаминов, антиоксидантов, которые усиливают защитный барьер эпидермиса. И маска идеальна для ухода за кожей любого типа, в том числе и чувствительной кожи. Попробуйте. Масочка тяжеленькая. Артикул 0744. Открытая она хранится всего 2 месяца, как вы видите. 50 мл. Вот мне такого флакончика от груди до линии роста волос хватает на один раз, да, то есть она идет 50 мл. То есть если просто на лицо, может и на 3 раза хватить, но у меня что-то какое-то большое декольте. Поэтому я сначала наношу на лицо плотным слоем, каким мне нужно, да, а потом уже все остатки наношу на шею и сколько остается на декольте. Ну вот практически хватает ее, да, то есть как бы вторую не открываю. Вот, в общем, искусство замедлять ход времени. Попробуйте, супер линеечка. Далее. Мама, концентрированный клеточный ночной крем. У меня оставалось меньше половины, я его брала как-то с собой протестировать, и мама говорит, у меня закончились все кремы. И я понимаю, у меня есть только новинка кремов какая-то там была. Говорю, мам, да расходуй вот этот, пожалуйста. И она говорит, окей, ладно, консистенция, да, что-то вот немножко есть. И вот этот крем, он до чего классный, он действительно хорошо подтягивает. Я его взяла на ночь в жаркую страну, потому что когда я приезжаю из жаркой страны, если я там, например, отдыхала месяц, или мы там к Черному морю на интенсив, на дельфинотерапию с ребенком ездим, с младшим, то получается у меня кожа потом, вот знаете, как будто плюс 10 лет, вот вся вянет. И я решила, вот в последний раз мы ездили в сентябре, мы ездили на 20 дней на интенсив, то есть мы там около 25 дней были, кстати, классно, каждый день купались, и тадам-дадам, я вот эту всю целиком линейку заказала, да, то есть вместе с этими масками, со всем, и делала маски 2 раза в неделю, наносила крем, но все на ночь, потому что днем только SPF-ка там, потому что солнце яркое. И вы знаете, я даже помолодела, я больше не постарела, вот прям респект этому крему, там еще есть не только ночной крем, там вообще широченная линеечка, откройте на сайту Гардерику, или если вам надо, я поделюсь вам ссылочкой на эту Гардерику, вот, на всю линейку целиком. Кто 40+, кто уже 35+, пожалуйста, вы можете этим пользоваться. Вот мне сейчас 37 лет, я ее прошла летом, я довольна, реально довольна. 0742 артикул. Дальше. Значит, тоже израсходовала мама дневной крем для всех типов кожи и ночной крем для всех типов кожи. И потом мы почитали, что это летняя, что это летняя линейка, что она не зимняя. Мы ее израсходовали зимой, но мама сказала, ничего так, говорит, классно, мне понравилось, да. То есть такой вот кремчик, он легкий, он суперский дневной, и ночной, скорее всего, будет поплотнее, да, то есть, ну, ночной прям сразу видно, такой он более насыщенный, но ей понравилось то, что он хорошо впитывается в кожу, все легко и просто. Вот, значит, дневной
идет 50 мл, он идет SPF 10, 50 мл 0809, и ночной он идет уже без SPF 0810 артикул. Дальше, очень нравится мне перед какими-то ответственными мероприятиями, перед макияжем и во время макияжа пользоваться вот этими укрепляющими масками и патчи для кожи век. Прямо очень нравится, рекомендую. Артикул 1089, это не новинка. Вот, еще возьму, еще куплю, еще много. Вот, значит, крем-депилятор 3 в одном. Ну, как, мажете на волосы и через 5 минут скребете штучкой, которая там идет в составе, такая лопаточка пластмассовая, да, и все, и волос нету, и потом кремом после депиляции. Штука хорошая, волосы убирает хорошо, не раздражает, а даже интимные какие-либо зоны, да, то есть ничего не раздражает, ни лицо, ни интимную зону, ни подмышки, ни ноги. Вообще, мне все нравится. Где-то что-то писали, что там нельзя, тут можно еще что-то. Я просто все подряд намазала, все подряд очистила, и нет у меня никакого раздражения. Вот. Может быть, то, что если вы боитесь чего-то, то можно поменьше подержать, посмотреть, как кожа отреагирует, да, чтобы потом понимать, для чего вам это нужно. В общем-то, мне нравится это больше, чем бритва. Артикул 2575. Далее, гель для душа. Ланселот, это дедушка израсходовал. Артикул 0528. Приятный аромат, классная консистенция, он идет увлажняющий. Бальзам яркость и шелковистость для окрашенных милированных волос. Я его взяла для себя, но он мне не достался. Дочка старшая любит ботанику, и прям, ну, у нее, видите, почему ботаника, вроде бы это дешевая линейка, но она ей хорошо помогает, потому что у Катюши свои настоящие волосы, они не крашеные, они не порченные, мы их очень редко завиваем, да, то есть у нее такие вот ниже талии волосы шикарные, но сейчас мы подрезали, наверное, по талию стали, поэтому она прям любит вот это вот и берет, не читая иногда. Артикул 8751, 200 мл, у него очень приятный аромат, такая вот у него консистенция, да, не густая, не жидкая, да, видите, потекло, в общем-то ничего так. Приятно. Далее, значит, расти коса до пояса, шампунь-бальзам для волос, кошка-малина. Чем он мне нравится? Шампунь-бальзам. Поэтому я ей, Викуське, у нее уже тоже волосы чуть ниже плеч стали, тоже уже девочка модная, уже куча косичек у нее и так далее. И, конечно, мы ей шампунь-бальзам начали покупать вместо обычного шампуня. Артикул 2344, за волосиками ухаживает, у волосики меньше секутся и так далее. Катин шампунь 7721, любит она именно вот этот шампунь, но я ей говорила, что, в принципе, он ей подойдет. Идет. Он такой легкий, классный. А далее гели для душа пошли. Мексика. Приятный аромат. Тоже впервые у меня в пустышках. Артикул 1718. Приятно. Не сушит кожу, ничего. Фиалка и мелисса. Это Катюшкин гель для душа. Я такой не особо люблю запах. Он, знаете, какой-то такой... Ну да, правильно написали. Антистресс. Но мне мало этого аромата. Реально мало. Далее. Вот, ребят, он казался мне пустым. Да? Когда я его выдавливала, он мне казался пустым. А тут еще на раз помыться. Ну ладно, мы же не выкинем это ничего. Так, смотрите, значит, гель для душа нежность и шелковистость, вишневый хлопок. Это мой любимый аромат. Я просто обожаю сладость, свежесть и вишневый цвет и хлопок. Это не вишневый аромат, да, все вы знаете, что я вишню не люблю. А тут именно вишневый аромат, очень такой, именно цветов. Вообще приятное сочетание, просто балдею от него, 250 мл, нежный, суперский. Так, дальше поехали, гель, пена для ванны и душа, кошка малина, артикул 2387, 200 мл, яркий аромат манго. Как-то нам раньше казалось, что он сильно пах, но мы походу к нему привыкли, и нам стало уже как бы привычен этот аромат. Дальше, восковые полоски для депиляции, когда уже вы чувствуете, что слишком много волос начало расти, я беру эти восковые полоски, если чувствую, что очень много нужно депилировать, и просто прорежаю ими ноги, да, чтобы они меня меньше беспокоили. Нравится, нравится. Подмышки никак не могу сделать. Один раз вот выдрала, второй раз позвала мужа, я не могу сама себе драть подмышки, мне больно. А вот ноги мне наплевать, я быстренько их депилирую, мне нравится, заказываю. Артикул 2574, конечно, не так чисто, как в салоне, но все-таки сама зато. Никуда идти не надо. Далее, маловтилин, сейчас зима, морозы, вот у нас вчера было минус 29 на момент съемки этого видео.
видео. И, конечно, ручки у Вики, ручки, ротик может ветрить, да? И вот мы как раз мажем ее малофтелинкой 50 мл. Очень хорошо помогает. Артикул 70912. Реально хорошо. Это у нас Денос. Дальше. Смягчающее мыло для рук. 86-82 200 мл. Вы часто его видите, да? Детское мыло для детских ручек. 23-88 200 мл. И тоже детское мыло. 23-56. Один аромат малинки, другой аромат какой-то вот дымки. Далее. Биокапсулы для посудомоечной машины. Думаю, тоже все вы знаете, да? Очень нравится. Очень удобно в применении. Артикул 109-02. Так. Стиральный порошок для цветных тканей. То есть Hongnong Green для нас создан специально для жесткой воды. Артикул 118-92. Дальше. Концентрированный бальзам для мытья посуды. Миндальное молоко. Вот, честно, не очень мне понравился этот аромат. Аромат миндаля. Хотя оно идет 0+, и нежная забота о коже рук и так далее. Но что-то вот как-то миндаль у меня не особо зашел. Средство для очистки духовок и плит. Удаляет жировые пятна с плит и металлокерамики, духовок, грилей, решеток, газовых горелок, микроволновок и так далее. Штука классная, но обязательно одевайте перчатки. 111-19. Биогель для очищения туалета. Что-то, ребят, я решила вернуться на него. Как вы помните, мы купили квартиру, объединили в две, и у нас теперь два унитаза. И вот унитаз, который второй, хотя мы купили там не очень-то, да, такой дешевый, он там новая система смыва и так далее, и получается, он почему-то красится от того зеленого второго, да, который я вам расхвалила, он покрасил полностью, и мы его еле оттерли, то есть там что-то такое есть красящее, вот у того 7 в одном, который цвет меняет, да, и мы решили все-таки на вот этот обратно вернуться, все-таки этот, ну, как бы тот мы со временем оттерли, но все-таки что-то нам не нравится, то есть первый унитаз, он не красил, было все в порядке, никаких нареканий не было. А вот этот второй, что-то у него какая-то странная поверхность, которая покрасилась в зеленый цвет. Вот так вот, поэтому лучше этого, наверное, нет. Он шикарно отмывает, хотя вот запах у него, если вначале хвойный приятный, то потом какой-то вот кисленький не очень-то. Артикул 10898. Все-таки на него перейдем. Но те еще в пустышках будут. Мы их только начали. Значит, далее. Для цветных тканей и для стирки в жесткой воде порошок 800 грамм. 118.92. Он идет тоже концентрированный, как и предыдущий порошок. Так, биокондиционер для белья нет. Больше не возьму. Может быть, возьму через полгода когда-нибудь, когда формулу улучшат. Потому что он комками идет. Мне не нравится. Артикул 10895. А дальше мыло для кухни, цитрусовый аромат. Возьму еще. Тоже вкусный очень. 30 мл. Действительно устраняет все запахи. Причем там, где вы хотите. Кошачий туалет, чесночная доска, рыбный нож. Да, то есть все, что вам нужно, вы все можете им очистить. Далее, значит, у нас идет акваспрей освежающий для воздуха. Утренняя свежесть. Защита от запаха животных. Но я решила, что и люди тоже животные. Поставила... И поставила его у себя в комнате. До чего приятный аромат, ребят. Я с него просто кайфую. Следующее, это у нас идет биосредство для жесткой воды. Моющее универсальное. Вот это мой фаворит. Вот это просто попадание в сердце. Это кайф. Спасибо компании Faberlic за такой суперский новый продукт. Просто великолепнейший. Артикул 10897. Мыть пол, двери. В общем, все, что хотите. Дальше. Средство так, для ванной комнаты. Это, как вы видите, пульверизатор от средства, закончившегося для зеркал, для окон и зеркал с антизапотевающим эффектом. Но мы его не выкинули, а решили пользоваться вот средством для ванной комнаты. В общем-то, здорово. Артикул 112-20. Хорошее средство. Все отмывает, никаких нареканий нет. Может быть, у него не очень вкусный запах, но я думаю, это не столь суть важно. Главное, что он антибактериальный и все такое прочее. Так, ультракондиционер для белья «Восточный пион», мой любимый. 118-53. Далее ультракондиционер для белья 2 в 1. Суперконцентрат орхидеи кашемир. Такой немножечко грубоватый ароматик. Далее мой любимый. Еще один. Да, то есть вот эти прям два моих любимки. Розовый бархат. Артикул 118-55. И... концентрированный гель для стирки, для деликатных тканей. Вот сейчас пойдет весна, у нас, наверное, столько будет расходов именно вот на этот вот гель для стирки. Это...
потому что начнутся лужи, Викуся будет туда макаться, ой, боже, 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 ждем, короче, весну. 118-40 артикул, отлично, справляется со всеми деликатными тканями, мне очень нравится. Ну все, мои дорогие, всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео, была рада вам полезной, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вам нравится из того, что я, или что-нибудь, может быть, вы мне попробуете посоветовать такое, чего я не пробую в компании, не обращаю на это внимания, оно на самом деле стоит этого внимания. В общем, пишите комментарии. Всем пока-пока.